В этом примере показано, как выполнить сопряжение со смартфоном на базе Windows Phone. Чтобы выполнить сопряжение смартфона на базе Windows Phone с AirLink 2, включите в смартфоне Bluetooth и сделайте его видимым в сети. Затем откройте меню «Телефон» в главном меню AirLink 2. Система предложит установить соединение Bluetooth между смартфоном и AirLink 2. Подтвердите запрос, нажав «Ок». Система AirLink 2 выполнит поиск смартфонов в зоне действия сети. Для подключения выберите свое устройство в списке найденных. Проверьте на смартфоне код подтверждения системы и примите запрос. Выберите распределение функций телефона и мультимедийной системы, а затем подтвердите запрос на продолжение соединения. Разрешите или запретите системе AirLink 2 общий доступ к контактам, журналу вызовов и файлам мультимедиа. После подключения телефона к системе откроется доступ к функциям в разделе «Телефон», например, доступ к контактам в телефоне.